грустно и печально, когда живешь одна, когда никто не спросит, как у тебя дела. И ты тоску тревожную всегда скрывать должна, а сердцу одинокому свобода не нужна, не нужна, не нужна, не нужна. Домовички веселые. Угу. Надо их в гости захватить. Гости, гости. Ура! Вперед! Зима заметает крылечки, льдом покрывает окошки и речки. Ветки в саду украшает порошей. Ой, но кое с кем может быть нехороший. Ой, вот это был полет! За щечки мороз пощипает легко тех, кто зимой не оделся тепло. Да. Санки сломались. Ерунда! Я видел у дедушки такие инструменты. С ними все починится моментально. Любой мальчишка, тихий или шалунишка, что ценнее всех презентов дедов ящик инструментов: плоскогубцы, дрель, кусачки, молоток, кусок наждачки. Так и манит чудо-ящик. Инструмент ведь настоящий, есть тяжелый, есть кусачий. О-о-о, острый есть! Ой! Задача в том, что детям эти штуки брать нельзя без спроса в руки. Опасно! Надо записать эту опасность в нашу волшебную книгу. Не посел. Зима тоже опасность. Зе, зима. И инструменты. Так, так, вот, 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 ох, вот так. Ой. Опа. А вот кипяток, вода водой. Но нрав весьма-весьма крутой. Горячую водицей болезненно облиться. Кипяток. Ой-ой, ах. Ты обжег руку? Надо дедушке сказать. Он заберет книгу. Дедушкино лекарство. Я тебя вылечу. О, кажется, дедушка здесь хранит и конфетки. Ой. Лекарства нужны, чтоб лечить нас от хвори. Но игры с лекарством кончаются горем. Беспечно глотая микстуры таблетки, ты можешь погибнуть. Задумайся, детка. Эл, лекарство. Вот так. Мне пора. Возьми нас с собой. За проделки вы наказаны. Деда, хотя бы принеси нам мороженое. И мороженое не получите неделю.
Это все из-за тебя, Бакуня. Почему это? А кто в кипяток полез? Кто лекарства пробовал? Хорошо, что дедушка про инструменты не узнал. А то не видать бы нам мороженого 2 недели. Эти опасности на каждом шагу. Эскимо на палочке, пломбир в стаканчике очень любят разные девочки и мальчики. Часто уплетают с прекрасным аппетитом. Их за это любят ОРЗЭ с бронхитом. Мы нашли опасность и не попали в нее. Жаль, что записать не можем. Запомним, а потом запишем. Дедушка вернулся! Нет, Бакуня! Эй, ты чего? Не грустно, не печально, уже я не одна. Теперь-то точно спросят, как у меня дела. А я вам всем отвечу, что я счастливее всех. А где мы? Ведь у меня есть забавные, смешные, озорные, веселенькие, маленькие домовые. Помнишь, что говорил дедушка? Запомни, малыш, что нигде, даже дома, нельзя никогда доверять незнакомым. Рискованно с ними болтать и играть, и дверь им нельзя ни за что отпирать. А вдруг посторонний какой-то злодей, который ворует беспечных детей? Ребенка, которого вдруг украдут, нешуточные неприятности ждут. В чулане он будет сидеть у грабителей и может совсем не увидеть родителей. Нельзя играть с огнем. Он может сжечь дотла твой дом. Или по собственной вине ты можешь сам сгореть в огне. Острые предметы, ножницы, иголки пусть хранятся где-то на высокой полке. Ведь шутить опасно острыми вещами. Почему? Вам ясно? Догадались сами? Я только хотела, чтобы мы повеселились. Вы мои гости. Ничего себе гости в клетке. Да, гостей приглашают. А вы бы пришли? Наверное, нет. Такой беспорядок. И угощение. Мне было так одиноко. Но можно все исправить. Да. Я уже не грязнуля, а чистюля. Красивая. Чистюля. Малыши, пожалуйста, плиту обходите лучше за версту. Будьте осторожны, чтобы кастрюли кипятком случайно не плеснули, чтобы масло со сковороды тоже не наделало беды.
А бывают газовые плиты. В них еду готовит газ сердитый. Вы не смейте с газом баловаться, потому что может он взорваться. Бум! Ой! О! Теперь я всегда за порядком буду следить, а гостей приглашать. Мы придем в гости. Приходите! Приходите! Мам! А сейчас нам пора домой. Нас дедушка ждет. Вот, вот, пожалуйста. Вот, вот. Спасибо вам. Пожалуйста. Так-так. Дедушка, пойдем. Дедушка, пойдем в дом. Мы узнали новые опасности. Надо в книгу записать. Так с какими опасностями вы познакомились? М. Мороженое. Н. Незнакомые люди. О. Огонь. Острые предметы. П. Плита кухонная.